Всем привет! Буду рисовать очень ярких неоновых бабочек. Делаю набросок карандашом сначала. Разделяю бабочку на два ногтя. Есть, и закрашиваю белой гель-краской. Вот такая у меня. Сушим. Сделаю ей окрас пигментами. Хочу очень ярких бабочек. На верхних крылышках пятнышки ставлю. И подчеркиваю под ними нижние крылышки. Фуксии серединку. И желтеньким оставшуюся площадь. А дальше уже дело прорисовки. Прорисовываю я акварельными красками, потому что, на мой взгляд, они самые тоненькие линии выдают. Животик. Обвожу крылышко. Делаю кое-где более темные и неровные кончики. Обвожу вот это пятнышко. Внутри еще разочек. И еще разочек. И внизу делаю
толстенькое дно. Это абстракция, лично ваша фантазия. Тут либо слепо срисовывать с какой-то бабочки все эти прожилки, либо фантазировать. Здесь могут быть тысячи вариантов, и все они будут правильные. Из оставшихся уголочков тоже делаю ячейки, стараюсь не оставлять острых углов. Ворсинки можно показать. Бабочка вся покрыта волосками. Теперь добавлю листочки. Карандашом я планирую веточку. И зеленым гель-лаком располагаю листочки. Теперь вот в этот гель-лак зеленый я добавила каплю черной гель-краски. Получила такую довольно естественную зелень. Сначала я провожу стебелечки, веточки. И потом к каждому листочку немножечко даю краски, чтобы потом плавно размыть. Теперь кисточку вытерла и сухой чистой кисточкой, притаптывающими движениями, я просто размываю темный навстречу к светлому. Получается плавненький переход, градиент, тень. И последний штрих черной гель-краской я делаю усики, потому что у меня здесь гель-лак и акварельная краска по липкости не рисует. Одну сторону стебля слегка затемняю, и кое-где можно
сделать тень листику для реалистичности. Промазываю базой на всякий случай, чтобы рисунок никуда не делся, хотя он выполнен не водными красками, но прорисовка акварельная, я на всякий случай промажу тоненько. Сушим и покрываем топом. Решили матовый сделать. Готово. Ну вот такие красотки у нас. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, просматривайте ссылки, я их обновила. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всем желаю удачи и до новых встреч!